Всем привет с Новокузнецка. Здесь сзади меня церковь Ковчег Откровения. Сегодня здесь было богослужение вечернее. Это было даже не просто богослужение, это было именно семинаром. Семинар по истории христианства. И сзади меня вы видите тот зал, где это все происходило. Вот на этой машине как раз я еду. И сейчас домой отдыхать. Завтра будет богослужение. Будет опять запись делаться. А здесь такая прекрасная погода. Смотрите, красиво очень. Снег. Очень красиво. Да, да. Здесь, правда, уже такое, такая окраина. Здесь вот частный сектор. Так. Вот это все здесь, да. И здесь в этом же здании находится и аптека, значит, и там местная лавка. Это кондитерская лавка. И церковь. Слава Богу, церковь имеет здесь свое помещение. Все, пока тогда. До встречи. Шалом.